Всем привет! По дороге из Великовечного на секундочку остановились в районе автокемпинга. Такой вот викингский корабль здесь прикольный. Здесь есть вид на море, массажи, проезд предоплатный. Тут летом можно остановиться и потусить. Кафешки работают, тут видите, тут даже сейчас свет горит. А это выход к морю. На море шторм. Закат, извините, я тут не дождусь. Но покажу вам море между Джубгой и Лермонтова. Буквально на секундочку. Мне обратно, правда, подниматься придется, пыхтеть. Ну ладно. Как-нибудь осилю. Я уже который год мечтаю просто вот так вот сесть на машину, прокатиться по вот этим краям, останавливаться в каждом населенном пункте, снять какой-нибудь ролик, показать вам пляжи местные. Ну, не получается. Кто-то там катамаран забыл. Блин, тоже смотрите, люди, да? Взяли, накидали мусора на пляже. Ну, какой-то мусор, может быть, море принесло. Бог его знает. Смотрите, какие виды, какие горизонты. Там где-то Туапсе, ну а за Туапсе, естественно, Лазурская, здесь солнышко. Ну, а направо, естественно, Новороссийск с Геленджиком. Море немножечко подъело камешки. Камешки, смотрите, какие. Тут не такая круглая галька, как у нас. Тут она прямоугольная больше. Очень много мусора, смотрите, все накидало. Подмывает, размывает. Ну, к весне это все нормально будет. Все выпрямят, сделают. Если что, насыпят. Тут люди накидали. Ну и, соответственно, море накидало. Я люблю берег мечты. Я тоже люблю берег мечты. Корабль викингский какой-то. Там наверху можно остановиться на своем автомобиле. Ну, чисто автокемпинг. Многие спрашивают, где, что, как. Вот, пожалуйста, вам автокемпинг «Берег мечты». Естественно, здесь все уберется к весне, то все будет шикарно, все красиво. Так и хочется шорты снять, да? Ну ладно, не буду я прерывать ролик. Какая-то труба, покрышки. О, меня там уже ждет банда котов. Видимо, у мамы оставался еще корм. Или нет, что там другое тут ест. Чипсы. Это не мы. Бедненький такой. Потрепанный. Эти более такие холеные котики. Берег мечты. Морские прогулки. Здесь тоже есть катамараны. Тут все. О! Нет, тут, судя по ННН, большой ИП. О, сторожевой кот. Так и хочется его сфотографировать. Сейчас сторожевой кот. Ну-ка. Эх, я же снимаю ролик же еще. Он прям позирует. Извините, я что-то все два дела, когда делаю одновременно, не получается. Ну, кот прикольный. Качелька. Здесь вот машинки ставят. Такая деревянная, массаж. Беседочки. Лёва. Птичка. А где координаты? У них какие-нибудь есть? Ну, кафешка, судя по всему, может даже и работает. Где-то я видел в каком-то фильме.
прикольно. Свободные номера. Блин, ну с телефоном проблема. Последние цифры вы наверняка заметите. Хорошие площадочки. Ну, естественно, я предупреждаю, что сейчас зима, поэтому как бы сами понимаете. К весне, к лету все подготовят. Классно. И вон там вон море и солнце и кораблик. Ну как бы все, вот такой вот берег мечты. Прикольненько. Всем пока.